Мы являемся с вами свидетелями того, что очень тяжелое положение у наших братьев по вере. В первую очередь хочу поблагодарить Всевышнего Аллаха, что нам дал мирное небо над головой, дал возможность вот так собираться, дал возможность видеть улыбку друг друга, улыбку наших братьев, когда в других местах мусульмане видят только слезы друг друга. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он облегчил положение мусульман во всем мире, облегчил жизнь верующих, освободил мусульман от врагов, от притеснителей, чтобы даровал облегчение в эти тяжелые дни, тяжелые минуты для верующих мусульман. И даже если мы чем-то физически помочь не можем, чтобы мы делали дуа, чтобы просили помощи Всевышнего Аллаха для этих верующих людей. Пусть Аллах поможет им, пусть Аллах дарует им победу над врагами ислама, а врагов ислама пусть Аллах уничтожит. Тех врагов ислама, которые вредят нашей религии, тех врагов ислама, которые выступают против Всевышнего Аллаха и против верующих мусульман. Аллахумма амин. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма агфир лил муъминина валь муъминат, валь муслимина валь муслимат, ма байна аль машариқи валь магариби куллихим амматан амин. Аллахумма айид аль ислама валь муслимин, вансур ман насара ад-дин, вахзул аъдаа ад-дин. Аллахумма ахфаз билада аль муслимина мин джамии аль масаиби валь афати валь балийяти валь фитани валь зульми валь харби валь тафарруқи, я арахамар рахимин. Аллахумма азриб аз-залимина биз-залимин, аллахумма азриб аз-залимина биз-залимин, аллахумма азриб аз-залимина биз-залимин, ва ахриджина мин байнихим салимин. Вассаляту вассаляму аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бирахматика, я арахамар рахимин.